Только белые получают Оскар, это факт. Я знаю, но послушай, я представлен в номинации «Нет». И знаешь почему? Потому что я не играю роли рабов и не хочу унижаться. Черный играет роль раба и ползает перед ними, и его выдвигают на Оскар. Белый играет идиота и получает Оскара. Может, мне сыграть раба? Схожу посплетничаю. Скоро вернусь. Да, иди ищи сценарий. Бак – прекрасный раб. Звук. Свет. Ты бросил Феникс не потому, что хотел сажать сою. Ты хотел сбежать. Почему? Почему? Может, потому что ты хотел меня, и это жгло тебя изнутри. Извините. Вернись к Феникс. Прекрати это безумие. Позволь мне быть с тобой, чем бы ты ни занимался. Вы знаете, кто я? Конечно, ты Кит Кинкейд. Ты спустился в Вайоминг на проклятом НЛО. Мерзавец, 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 мерзавец. Потому что тебе нравится любовь инопланетянок. Инопланетянок? Почему вы сказали об инопланетянках? Я должна достать зонтик. Из-за вас вернулись голоса. Фредди! Отвези меня к Терри Стинкеру. Быстро! Мы сняли. На улице ко мне подходят странные люди. Говорят то ли на марсианском, то ли на венгерском языке. Успокойтесь, к вам подходят люди, и вы не понимаете, что они говорят? Что это такое? Может, это ваши фанаты? Чокнутые. Они приходят и говорят со мной, но на каком-то тайном языке белых, который я не понимаю. Это ужасно. А о чем говорят люди, которые подходят к вам, а вы их не понимаете? О чем угодно. Они говорят только о том, чего я никогда не слышал. Говорят о людях, которых я не знаю. И еще об инопланетянах, сексе и зонтиках. Ясно.